Мукеш Риши запомнился зрителям по ролям отрицательных персонажей в фильмах Болливуда, но в последнее время его все чаще можно увидеть в фильмах на тамильском и телугу. Он родился 19 апреля 1956 года в спорном регионе Кашмир, городе Джамму. Его отец и дед владели камнедробильным бизнесом, поэтому Мукеш стал первым человеком в своей семье, попытавшим счастье в большом кино. После окончания колледжа и 2 лет работы в семейном бизнесе парень собрал чемоданы и покинул Индию, чтобы присоединиться к своей молодой супруге, чья семья владела традиционным универмагом на острове Фиджи. Мукеш прожил на Фиджи несколько лет. Оттуда переехал в Новую Зеландию, где родственники открыли новый магазин. Управляя торговлей, он подрабатывал моделью для разных компаний, но его сердце тосковало по дому, и спустя 7 долгих лет он вернулся в Индию, где бросил все, чем он занимался ранее, и поступил в актерскую школу. В 1990 году 34-летний Мукеш получил свою первую роль злодея Мира Сиддика в историческом сериале Санджая Кхана «Меч Типу Султана». «Мне не пришлось оббивать пороги студии и бороться за роль так сильно, как другим новичкам, потому что у меня был хороший характер и образ. Как только я входил в дверь, все спрашивали, кто этот высокий мужчина?» – смеется актер. Тем не менее, слава пришла к нему только в 1994 году с фильмом «Несчастье», главные роли в котором сыграли Шамми Капур, Джеки Шроф и Димпл Кападия. Эта роль произвела впечатление на зрителей и сделала меня злодеем. Однако из-за того, что я почти не говорил в этом фильме, люди думали, что я не могу вести диалоги. Снова смеется Мукеш. После этого он снялся примерно в 40 фильмах, включая «Враги», «Ангел смерти», «Два цвета крови», «Крутые братья» и «Тайна». Во всех них он играл плохого парня, но самой запоминающейся ролью в своей карьере он считает инспектора Салима в драме «Патриот». «Люди устали смотреть, что я играю злодеев. На самом деле даже мой маленький сын начал просить меня перестать играть такие роли. Но у меня не было выбора, так как других ролей мне не предлагали. Поэтому я был безумно рад, когда режиссер Мэтью Маттон взял меня как положительного героя в фильме «Патриот», говорит Риши. Он признается, что хоть и любит свою работу, но совсем не трудоголик. «Для меня главное в жизни – это жена Кешни, сын Ракхов и дочь Сатвики. Семья – мой главный приоритет, а режиссеры и продюсеры подождут». После выхода фильма «Патриот» Мукешу стали предлагать южноиндийские проекты, и он с радостью соглашался. Сегодня он больше снимается в фильмах на телугу. Из последнего его можно увидеть в фильмах «Карьерист» с Махешем Бабу, «Герой Нарасимха Редди» с Чирандживи, «Игрок» с Равитой Джей и «Господин адвокат» с Паваном Кальяном. Он также снимается в пенджабском кино и в этом году даже запустил актерскую карьеру своего сына Ракхава Риши, став продюсером его дебютного фильма на пенджабском под названием «Бесстрашный». На сегодня у меня все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. С вами была Мила. До новых встреч!